Муса Мусаевич Багаудинов – ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Каспийска. Он воевал за Советский Союз, освобождал Северный Кавказ, Украину и Беларусь от фашистов. Его заслуги чтут современники и уважают поколения старших. По доброй традиции, сегодня ветерана поздравили с грядущим праздником – Днем Победы. Поздравляю вас! Спасибо вам большое за то, что сохранили нам мир. Но ваш подвиг, ваши уроки сегодня наши молодые взяли на вооружение. И отстаивают везде и всюду интересы нашего государства. В гости к Мусе Багаудинову с вкусными угощениями и подарками прибыли председатель городского собрания депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахид Джаватов, совместно с помощником депутата Госдумы Мурада Гаджиева Загирбеком Таибовым, а также сопартийцами и помощниками. Жизни, крепкого здоровья мы желаем. Тоже подарок от «Единой России». Большое мы с вами увидимся на параде. Смотрите, мы тоже. Вам до 9 числа что-нибудь надо сделать? Помочь чем-то можем? Чем можем помочь? Что-нибудь нужно вам? Нет, абсолютно ничего. Приехали вас от имени всех депутатов от Государственной Думы, от него лично поздравить вас, от всей нашей общественности. И разрешите вам преподнести скромный подарок. Они долго смеялись, разговаривали и слушали пожелания и рассказы Мусы Мусаевича. На предложение помощи он скромно отказывался, отмечая, что всем доволен. Однако некоторые бытовые моменты, которые необходимо исправить, депутаты заметили. Есть социальные работники есть, из этого домовое... Домоуправление. Домоуправление приходит, кое-что делают. Помогают насчет этого. Я доволен. Сейчас Муса Багаудинов ждет главного праздника и готовится к посещению Парада Победы. На прощание гостям он от всей щедрой души пожелал здоровья, счастья и долгих лет жизни. Вам, пожалуйста, большое-большое спасибо.